Новорожденной зебре Александре всего 4 дня, но она уже уникальное явление природы. Александра – первая зебра, уроженка Дальнего Востока, и вторая россиянка. Первая зебра в России появилась на свет в московском зоопарке. Маму зовут Зоя, малышку назвали Александра. Родилась она 20 июля в нашем зоопарке с 8 до 9 часов утра. Это уникальные роды. Вообще в России вторые. Александра – долгожданный детеныш. Беременность у зебр длится больше года. Практически через час после появления на свет Александра, хоть и не уверена, но встала на ножки. Окрас каждой зебры уникален, и свою мать детеныш узнает по полоскам. Диана всю беременность занималась будущей мамой Зоей, и поэтому ее дочку Александру назвали в честь сына самой Дианы. Сегодня же ребенок – объект повышенного внимания и неусыпной заботы всех сотрудников зоопарка. Однако и Зоя оказалась очень внимательной мамой. Близко к Александре подойти нельзя. Диана, хоть и ухаживала за Зоей всю беременность, первая и получила от заботливой мамаши. Ну, мама меня прикусила, когда я первая взяла ее на руки, чтобы вынести сюда в вольер, чтобы она встала, нужна была земля. Отца Александры, жеребца Марти, пока отселили в соседний вольер. Соединится семья не раньше, чем через 3 месяца. Как поведет себя новоиспеченный отец по отношению к дочке, пока не ясно. Поэтому жеребенок должен окрепнуть перед встречей с папашей. Это как бы необычная лошадь. Она привезена с Африки. Но около 3 лет она у нас содержалась. Мы ждали этого очень. И вот дождались такой вот радости, большой радости для нас. Потому что это очень круто. Когда ты занимаешься животным, и вот у тебя потомство, коренная россиянка, зебра. Сегодня Зоя и Александра ведут обычный декретный образ жизни. Жеребенок ест и спит. Мама вылизывает дочку, кормит ее своим молоком, поэтому сама также постоянно ест. Прикармливать траву Александру начнут через месяц, а в полноценную кобылу она превратится не раньше, чем через год. Очень так трепетно она к ней относится. Ну, сейчас, видите, абсолютно спокойно, адекватно, она понимает, что опасность, ну, ей не грозит. А пока Александра растет, сотрудники зоопарка подозревают, что от Марти уже беременна вторая зебра Джессика. А значит, через год в приморской столице появится на свет уже вторая полосатая дальневосточница. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.